Девчонки, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодняшнее видео будет про мои пустые баночки. Накопилось у меня их не так уж много, но очень хочется от них избавиться. И давайте начнем. В первую очередь хочу вам показать продукты по уходу за своими волосами. Закончилась у меня такая вот парочка. Это был шампунь от Kalas и маска от Kalas. Заранее прошу прощения за такую упаковку неаккуратную. К сожалению, она у меня стояла в ванной. Вот на полке в душевой кабине, поэтому, наверное, вследствие воды как-то упаковка деформировалась. Что хочу сказать? Сначала по отдельности. Шампунь банановый. Мне он нравился. Он очень хорошо смывал маски масляные, масло кокоса, масло амлы. Буквально с первого раза мне это не доставляло никаких неудобств. То есть нанесла на ночь маску масляную, смыла шампунем банановым, запах прекраснейший, натуральный, банановый. Единственный минус, как по мне, это большой объем. Да, цена очень неплохая, то есть я покупала его, по-моему, за 100 гривен. Вот, это, по-моему, 4 или 5 долларов, да? В общем, как-то так. И здесь литр. Литра мне хватило даже больше, чем на год. Но я считаю, что он успел мне поднадоесть уже даже слишком. Вот. И такая вот маска с экстрактом черной икры. Что хочу сказать. У меня был такой шампунь. Шампунь я подарила маме, потому что мне не нравился запах. Здесь запах такой же, но я простила этому средству этот аромат, потому что мне очень нравился эффект, который он давал на моих волосах. Он их не спутывал, он их разглаживал. Я держала ее под пленкой в течение получаса, часа, когда мне позволяло время. И волосы были очень хорошо напитаны. Поэтому смело могу вам посоветовать, если для вас запах не принципиален, то есть он, в принципе, обычный. Такой немного сладковатый, но меня он раздражал. Но в целом я очень довольна этой парочкой, и я уже себе приобрела, как вы знаете, бальзам с вишней. Насчет шампуня не знаю, как-то шампуни мне очень быстро надоедают. Маска, конечно, тоже объемом литр, знаете, тоже мозолит глаза, но эффект потрясающий, поэтому говорю Kalas да. Далее для волос закончился такой вот глискур. Здесь еще осталось буквально на один раз. Я люблю эти спреи, уже с ними, наверное, года 3-4, даже больше. Все-таки в фаворе у меня для длинных и секущихся. Он такой, знаете, коричневой упаковки. Вот, это у меня был для блеска. Блеска я особо не увидела, но волосы распутывал хорошо. Поэтому буду обязательно брать еще, только в другом цвете. Далее, продукт от Faberlic для шеи. Реноваж, очень крутое средство. Я видела, как кожа действительно напитывается. Наносите его лучше на ночь, потому что оно слегка жирнит кожу. Вот. Имеет приятный запах, хотя некоторые жаловались, что это такой савдеповский запах крема. Ну, как бы нет, я не нюхала савдеповские крема, поэтому для меня это не критично. Главный результат, и я люблю такие жирные кремы даже летом наносить на шею для того, чтобы разгладить морщины. Поэтому говорю да. Далее два продукта из декоративной косметики. Первый это такой вот бронзер. Видите, стерлось уже название абсолютно. Ну вот как-то так он назывался. Покупала я его в сети магазина Простор. Очень классный бронзер, кстати, альтернатива просто всем дорогим люксовым аналогам, поэтому он не рыжил, он классно пигментирован, очень легко наносится на кожу. Обязательно повторю, это именно марка Простор изготовляет, их собственная торговая марка, поэтому могу вам посоветовать, стоил где-то в районе 150 гривен. И тоже от этой фирмы Вайба или как-то так, в общем, не знаю, вот здесь написано, если можете увидеть. Это был продукт для бровей, для фиксации бровей. Цвета он никакого не давал, это абсолютно прозрачный продукт, гелевый. Мне он не понравился, брови он не фиксировал абсолютно, и когда он высыхал, знаете, покрывался такой слегка белесым осадком, поэтому мне это не очень нравилось, эффекта никакого, больше не куплю и вам не советую. Далее, такой вот продукт от доктора Санте. Перехвалила я эти крема, с кокосом буду брать именно чисто из-за запаха, а вот с миндалем
Нет, не моя история. Руки увлажняют очень плохо, даже в летний период, поэтому вообще не советую. Далее. Такой вот скраб. Закончился у меня. Это, как обычно, груша. Все-таки говорю ему «да», «да», еще раз «да». Обожаю и люблю его нежной любовью. Всем советую. Fresh Juice просто не устает меня покорять. Поэтому я просто поклонница этого скраба. Далее для волос также затерялся у меня тут такой вот спрей Провит Роса. Покупала его в обычном гипермаркете перед поездкой, так как очень спешила, и мне нужен был маленький объем. Вот. Ну, в целом средство вообще не работало и ни о чем. Далее для волос. У меня сегодня прям пустые банки, именно по волосам больше. Такая вот алия, это масло у нас от Смирека, продается в сети магазинах Ева. Наносится за час до мытья волос на кончике. Имеет хороший результат, запах имею в виду, и результат на ваших концах. То есть все-таки кончики у меня не такие сухие были, когда я смывала это масло, но эффект видимый, то есть какого-то укрепление, увлажнение питания на уровне клеточном вы не увидите. То есть только эстетический эффект. Концы более здоровые, более ухоженные, но это до следующего мытья. Поэтому думайте сами, решайте сами. Далее такой вот кремушек от Либридерм. Это был жирный крем. Использовала его на ножки, на область локтей, на сухие зоны, в общем. Он действительно очень жирный, он очень медленно впитывается. Я бы вам советовала наносить его под перчатки или носки, на ножки или на ручки. Так он будет лучше впитываться, будет больше эффект, и вас не будет раздражать этот жир, который у вас присутствует на теле. Поэтому... А в целом крем очень хороший, подойдет для зимы в холодное время года. И последнее, что я вам покажу, это такой вот будет блеск от Vivien Sabo. Очень классный блеск. На губах давал такой глянец, но не навязчивый. Это был тон у меня 106. Вот так вот он называется. Очень крутой, могу посоветовать. Стоит тоже в районе 100 гривен. Поэтому, кто ищет такую вот хорошую альтернативу, берите. Я люблю такие нюдовые блески, которые придают глянец губам. Поэтому всем советую. Это были все мои пустые баночки, девчонки. Спасибо за то, что вы меня смотрели. Постаралась все сделать быстро, лаконично. Уложиться в память телефона во время, чтобы сэкономить ваше время. Спасибо за то, что зашли на мой канал. И всем пока-пока!